Спасителя нет у меня. Способностей мало и сила мала, но в малом стараюсь быть верным слугой, чтоб Бог всегда рад и доволен со мной. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Я в уголке незаметно живу, Спасителю радостно в нем я служу, и в малом стараюсь быть верным слугой, чтоб он всегда рад и доволен думой. Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель учил. Степа, подпевай давай. Мой маленький мир, я верно служу, как учитель учил. Когда же учитель мой из уголка придет мне на все его голоса, и станет все ясно тогда до конца, что лучше здесь есть, что лучше здесь есть уголок для меня. Мой уголок, мой маленький мир, в нем верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, верно служу, как учитель учил. Дуэт получился. Получилось у вас за место детишек. Ну что-нибудь такое про горшок, массовое, популярное. Это вам не тили-тили. Раз, когда костер горит у нас. Найти надо. А что костер так много? Церковь Свобода, тюрьма. Из ямы дым столбом опять клубится. Мы споем, как нас Спаситель дивно спас. Наша радость отражается на лицах. Вот вдвоем нам в этом месте хорошо. Хорошо! Воздух чистый оглашает пенитенти. Наш костер горит, как шумный горшок. Горшок! Горы искрами рассыпались вниз. Босиком тоже играл. Степа, сапоги сними. Сними сапоги. Детишек у нас всего 12. Родная наша вигвам моя давно в ночи. Заблудившимся и всем, кто ищет Бога, здесь услышишь Спаситель, помогу начни. Путь небесный Ханаан тебе помогу. Далеко в этом месте хорошо, хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как сумями горшок. Горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Наш костер с камина напугает темнота. Темнота. Образ незловещий вечно пляшут тени. Без Бога и не жизнь, а маята. Маята! Судный день принес, преклонят все колени. Колени! Вдвоем нам в этом месте хорошо. Хорошо! Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как с углями горшок. Горшок! Звезды искрами рассыпались вниз. Если хочешь быть спасенным, поспеши. Поспеши. Это сделать и не завтра, а сегодня. Сегодня. Все содействует, душа твоя в тиши. Тиши. И не жди, что будет лучшая погода. Погода. В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо. Воздух чистый оглашает пение птиц. Пение птиц. Облака прольют слезу на твой костер. На костер!
Лунный свет разгладит волосы, морщины. Морщины! Теплый ветер вызывает на простор. На простор! Церковь Божия, корабль среди пучины. Пучины! В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо! Воздух чистый оглашает пение птиц. Пение птиц! Наш костер горит, как шуфлярный горшок. Звезды из кармина сыпались вниз. Наш костер горит, как суглями горшок. Звезды из кармина сыпались вниз. А он как дым стелится, видели? Нет, интересно. Дали. Вон дым от костра, докуда уже расклился. Рассеялся, вернее. Видишь, как он крил, ты парень. Там еще кто-нибудь помогает. Дядя Никита там. Ну, ты говоришь, я к маме сейчас зайду и пойдем. Я не знаю, что-то считали. Сегодня отец мой вошел в азар. Ему очень понравилось, что быстро пили. Сколько времени уходит на изготовление одного ковушка? Вот, допустим, это, ну, понятно, спилил дерево. Ну, я думаю, это всякое этапно. Вообще быстро, минут 5 ковушка. Ну, если еще набить, еще раз пилить секунд 30, 20. А потом обрабатывать? 5 минут 20 секунд. Наверное, когда в Украине жил, так не загорал никогда. Я один раз горел так, что косяков там остался. Благодарит. Загорел так, что Ой, промазали, тоже с тобой. Валерия. Не переезд оно. Костру не приближайся, Коля. Oh.
Несколько раз я когда иду. Лечил его, говорит, ну не доходит, ну все, иди там под собой. Я еще учился. Да, это что? Где? Там. Он, короче, считает, что все звезды, все это солнце крутится вокруг Земли, но Земля, как глобус, Земля вращается вокруг своей оси. Покажи, что это. Сейчас только хореографические теории выделяют. Натуральные какие-то. Ну, провалится немножко. О, едут. Что-то сегодня Игорь Александрович так скромно на велосипедах. Это скромно, да? На выставку. Ритм, гитара. Завтра снег пойдет. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот картошка берите, хотите. Соль, хлеб, картошка. Да, вода. Вода. В Библии написано, что надо человеку. Железо, огонь, соль, там, вино. Ну, просто на другом в конце потеряют. Мы как бы по порядку все. Нет, ты же в город уехал. Сначала картошку покушайте. А сегодня сказали костер, я приехал. Место там освободите для игры. Вот здесь вот пододвиньтесь. Вот все три. Девочки, уберите там все. Чито, чито. Ладно, посиди, сиди, скажи, приди. Хотя уже все освободили. Я не хочу. Че? Чтобы меня не столкнули. Вика. Дай ему кинуть, что это такое. Степа, только соизношение старшего. Давай, бросай. Тихо, смотри, вот так не должно быть. А что, она заберется? Оттуда, сюда. Ладно. Степа, нет, просит. Просит, драматизируй. Добрый вечер. Мы можем это. Что-нибудь повеселее можем. Давай что-нибудь наше. Давайте еще раз ловим. Раз, два, три, три, четыре. Понравится мне. Какие маленькие. Да ешь, она была, знаете, что может быть круче. Гелиус, жидкое удобрение. Фермерская приехала. Истинно красивая, смотрю, что там уже опрыскивает. А я думаю, сижу. Непривет. Картошка-то есть. Вот такая, как она называется, песня у них. Дебютная какая-нибудь. Стекающий на краю.
тоже проповедовался. Коля, отлезь от меня. Ну вот, сегодня 23 июня, закончили на костре у нас. Что сделал? Сейчас станем на молитву. Чтобы сейчас время у нас уже без 5:11. Ваня, вставай там туда. Все свои кофты не забудьте, ребята. Молимся. Внимание. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На молитву. Боже, будь милостив к нам грешным, сотворивший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас грешных, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Поем Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, да бежат от лица Его, все ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестном знамени веселья глаголющих. Радуйся, пречестный же, отворящий крест Господень, прогоняя бесы силу Тебя, распятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьявола, и даровавшего нам крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный же, отворящий крест Господень, помогай мне со престою Госпожой Деву Богородицу со всеми святыми во веки.
Аминь. Огради нас, Господи, силою честного, животворящего Твоего креста, сохрани нас от всякого зла. Благодарим Тебя, Господи, за это тихое мирное время, за эту возможность прославлять Тебя. Господи, посеянное в сердцах детей Ты сам возрасти и приумножь. Помоги, Господи, нам всем дойти до желаемой пристани. Детям даруй страха Твоего, веры и послушания, любви к Тебе и к ближним. Умножь нас, Господи, таланты. Помоги нам во всех делах наших. Деле рук наших с поспешностью нам. Деле рук наших с поспешностью. И сохрани всю ночь от пожара, от несчастных случаев, от лукавых духов, недобрых людей, от всякого рода зла, и душам нашим полезное сотвори. И вспомни, Господи, в этот час нищих, сирот, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, всех православных христиан, посети милостью Твоею. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, будь милостив к нам грешным, сотворивши нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости нас грешных, помилуй, благослови. С миром Божьим по домам. Слава Иисусу Христу. На веки слава. Не забывайте тетрадки свои, одежду, там, ручки. Забирайте. Не-не-не, поздно уже. Ну, а потом мне вряд ли будет возможность куда-нибудь зайти. Сходишь. Когда? Завтра. А именно? Все, Вася, Ваня, все. Поздно. Вань, вот, посмотри, как ты. Там будет красиво, красиво. Спаси Христос, Сын Гилайс. Спрятался. Я иду. На тетрадь. А вот это на улице. Тележку-то кто? Ребята, мальчики! Тележку-то кто потащит? Илья, Коля, Ваня, сюда! Ваня-то здесь. Илья, Коля, быстро! Хорошо, что здесь. Подожди, ты, тут велосипеды стоят. Про что здесь, Володя, спрашивай. Вон куда-то. Николай, Коля, забыл, что ли? Тележку надо тащить. Что? Тележку, вот эти бери банки, вот эти банки, клади туда. Одну, вот эту, пустую. Это надо будет воду залить. Так, уйди, уйди, Тарас, уйди от костра. Уйди от костра. Тарас, отойди от костра, все, уйди. Мы сами зальемся. Вань, подожди ты. Тарас, что ты там нашел? Картошку? Нет, он не картошка. Ну что уронили велосипед-то? Поднимите. Велосипед что-то неудачно. О, там кто-то ездит. Ну кто ездит? Вот кто-то ездит там. Ну кто-то из гостей. Так, уйдите от костра, я сказал. Коля, Тараси, уходите. Слава Богу. Вон пошли.